Так. И что же мне сегодня приготовить? Фу, эти гамбургеры уже испортились, их надо выкинуть. Курица. Что делать, копченая курица в морозилке? Ай, придется идти в магазин, а я обещала Кате и Максу идти в бассейн. Хотя давайте посмотрим, что у меня здесь. О, рыбина. Будет отличная уха. Так, бассейн. Баффи, купаться весело. Ух ты, пена для игры еще и розовая. Это я крутой магазин зашел. А это что-то купать и сет, набор для веселого купания в ванной? Подойдет ли это для бассейна? Мыльные фигурки, цветные таблетки и какие-то кристаллы с треском. Эх, осталось дождаться, пока мама с папой соберутся в этот бассейн уже. Эй! Мам, а ты чего тут делаешь? А почему ты в бассейн еще не собралась? Мы что, не пойдем опять? Пойдем, Макс, обязательно пойдем. Но не прямо сейчас. Я решила приготовить уху. Мы придем с бассейна, накупаемся и проголодаемся. А у нас дома ничегошеньки нет. Уха? Фу, мам, я ненавижу рыбный суп. Может, мы пойдем в бассейн, а потом перекусим в столовой, а? Так будет быстрее. Ну, мама, ну пошли уже, я полностью готов. Макс, да я быстро сейчас. Тут делов-то. Налить кипятка, почистить картошку, морковку, лук, почистить рыбу, порезать кусочками, туда все положить и сварить. Ну, я скоро, ну, где-то час. Девочки, а, Даник, извини, и мальчики, это у меня для вас плохая новость. В бассейн мы не поедем еще час, а то и два. Мама только что собралась варить суп. В смысле час или два? Мы уже 2 часа тут стоим собранные и готовые. Так, пойду поговорю с мамой. Да, иди поговорить, так нельзя. Сказала она в 9 утра, что собирайтесь. А сама? Спроси у нее, можно ли мы пойдем одни, а они потом придут. Мама, мы не будем ждать, пока ты приготовишь этот невкусный суп. Мы пойдем в бассейн сейчас. А вы с папой тогда подойдете попозже. Мы устали уже ждать вас. Дианочка, ладно, идите без нас, только возьмите обязательно плавательные круги. Без кругов в бассейне делать нечего, вы плохо плаваете. Я сейчас быстренько приготовлю, и мы с папой к вам присоединимся. Хорошо, мам, спасибо, отлично. Ну все, радуйтесь, мама разрешила нам идти без них с папой в бассейн. Пойдемте скорее, там уже такое солнце, вода, наверное, теплая-притеплая. О, отличненько, подождите меня, у меня есть некоторые штучки для бассейна. Какие еще штучки, Макс? У нас сейчас будет пенная пляжная вечеринка с сюрпризами и хлопающими кристаллами. Увидите, это будет классно. Ну что, ребят, погнали в бассейн купаться. Катя, Макс, Диана, только не берите Даника, вы не сможете за ним присмотреть. Пусть он дожидается нас. Да блин, почему я-то опять, мама? Я буду с кругом нырять. Нет, сказано нас ждать. Ну вот, не взяли. А что, если я сам до него доберусь? А маме с папой скажу, что меня Катя и Макс с собой взяли. Саша, как ты думаешь, какой купальник на мне смотреться будет лучше? Даша, ты знаешь, я уже думаю, что никакой. Потому что пока ты собираешься, уже будет вечер. И в бассейн идти будет поздно. Ой, да ладно, и ты туда же. Ладно, возьму вот этот. Беленький, он мне больше идет. Ну что, девочки, погнали давайте уже. Что будем сначала делать? Мыльные фигурки, шипучие таблетки или кристаллы с треском? А может, сразу начнем с розовой пены? Макс, отстаньте со своими сюрпризами, не порти воду в бассейне. Мама тебя за это заругает. И вообще, дай позагорать сначала. Вот-вот, еще толком не прогрелись, а уже купаться. Ты, кстати, воду в бассейне потрогал? Сейчас потрогаю. Ну, теплая. Эй, я не понял, я что, зря, что ли, деньги тратил? Это все покупал? Знаете, как здорово будет. Ну, вы чего такие скучные-то, а? Я что, зря все это тащил с собой, бро? Макс, мама с папой ведь придут. Они хотят купаться в чистом бассейне, а не в твоих мыльных фигурках с розовой пеной. Иди в ванну тогда принимай и делай там все, что хочешь. И все, что хочешь, туда кидай. И вообще не мешай, мы тут загораем. Интересно, я уже заблудился или еще нет? Вы смотрите, улитка на траве. Где же этот бассейн? А? Еще не хватало заблудиться. Меня мама с папой вообще убьют, если найдут, конечно. Скукота, скукотишна. Я все равно попробую что-нибудь из этого. Видели, да? Девочки, такие девочки разлеглись на шезлонгах и загорают. А я тут это все пер сюда. Так, я все равно что-нибудь попробую, да? Вам же тоже интересно. Давайте начнем тогда. С цветной таблетки, да? Сейчас как кину ее туда. И вода в бассейне будет не такого скучного, а какого-нибудь интересного цвета. А, я нашелся. Макс. Я не понял. Даник, а кто тебе разрешил сюда идти? Мама, что ли, уже идут? Эх, не успел ничего сделать тут. Не, Макс, я решил сбежать. Я сам из дома пришел. И это, если что, это вы меня с собой взяли, хорошо? А что ты решил кидать в бассейн? Можно я с тобой тоже? Я не буду мешать, честно. Тут буду стоять и смотреть. О, Даник, ну хоть один нормальный. Так, давайте начнем с таблет. Какая она там? О, синяя-пресиняя. Кинем ее туда и посмотрим. Что сейчас будет?
Круто, 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 круто! Даник, смотри, круто, да? О, она еще и с каким-то вкусным запахом. Отлично. Вода сейчас будет голубая-голубая, точнее синяя-синяя, как в синем море будем купаться. Так, проверим. Ну, как-то голубая, да? А если занырнуть? Макс, аватар. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. О, прикольненько. Даник, ну ты раздевайся, давай, иди сюда. Синяя-синяя вода. О, здорово. Ну что, пришел черед таблеток тогда, да? Ой, нет, таблетка была. Так, ну что ж, Даник, давай тащи сюда эти мыльные фигурки тогда. Мыльные фигурки? А может, лучше кристаллы с треском? Давай кристаллы тащи сюда. Давай, Даник, сыпь тогда. О, ничего себе! Это знаете, как конфетки такие, которые на языке так же хлопают. Вау! И щелкают, щелкают. Слышите, ребята? Катя, что там такое? Какой-то треск, как от костра. Макс, наверное, там опять что-то наделал. Бежим скорее к бассейну. Макс, что это такое? Ты что, камней туда накидал? Больно же будет ходить по бассейну. Я так и знала, что ты испортишь нам все купание. А почему у тебя такие синие ноги? Ты что, тут уже долго сидишь? Ты замерз? Макс! Это Дианочка. Я превращаюсь в аватара. Это просто синяя вода. Я бросил туда красящую таблетку. А это щелкающие кристаллы. Здорово, да? Смотри. Они щелкают. У меня осталась еще цветная розовая пена и еще мыльные фигурки. Давай, иди сюда, здесь будет здорово. Макс, фигурки тащить? Да, да, Даник, давай. Кидаю. Кидай, кидай, давай. Прикольно. Так, ну все, осталось добавить немного розовой пены. И девочки будут в шоке от этого крутого мега-бассейна. Даник, Даник, ты ничего не перепутал? Я разве просил тебя брызгать на меня? Эй, я ничего не вижу. Эй, щиплет глаза. Круто. Крутяк, крутяк, девочки, идите сюда, у нас будет своя пенная вечеринка. Ну все, Катя, этот паразит все-таки испортил нам все купание. Он налил туда пены, мыльных каких-то формочек, набрызгал туда какими-то штуками, которые щелкают, и еще покрасил воду в синий цвет. Накупались, называется. Надо было сразу идти в бассейн. Загорать, загорать. Теперь купаться негде. Фу, Макс, что ты наделал, а? Ты опять все испортил. Да что испортил-то? Весело же, да? Ну, ну смотрите, как здорово, цветной, с розовой пеной. Ну, ну что, вам не нравится? Фу, Макс, получилось и правда как-то гадко. И не хочется купаться сейчас. Дети, вы Даника не видели? Фух, ты тут? Вы что, все-таки взяли его с собой? Я же сказала оставить его дома, так как вы не сможете за ним присмотреть в бассейне, когда купаетесь. Кстати, почему вы не купаетесь? Нас послушались. Молодцы какие. Ну что, наверное, все пожарились тут уже. Пойдемте скорее в бассейн. Нет, мам, сегодня мы будем только загорать, потому что Макс испортил всю воду в бассейне. Вот мы и не купаемся. А Даня, кстати, он сам к нам прибежал. Да, Диана, что сразу выдавать-то? Мама, если что, это они меня взяли. Да-да-да. Так, ну, насчет Даника мы поговорим попозже. А сейчас насчет воды в бассейне. О, боже, Макс. Ну ты совсем, что ли? Ты что, взял у папы пену для бритья и всю сюда ее выбрызгал? Фу, это что зеленое? Водоросли? Ой, какая гадость, а! Макс, мы так долго собирались в бассейн, чтобы искупаться вот здесь. Спасибо тебе, отлично. Да чего вы все, я наоборот думал, будет весело. Я вообще-то все деньги вот на это вот потратил, на эти сюрпризы для воды. А вы ничего не понимаете. Найду я вам бассейн, будете купаться в чистом. А я тогда в этом своем, в пенной вечеринке. Потому что мне она, в отличие от вас, нравится. Чего им все не нравится? Сказал, найду им бассейн для купания, значит найду. Фу, трава какая высокая. О, ну вот. Спасибо, Даринелка, выручила. Посмотрите, какой гигантский бассейн здесь есть. Их, ой, немножко не так, во. Ну все, можно приглашать веселую семейку. Здесь, я думаю, они вдоволь накупаются, да? Ну что, я первый. Даник, боже мой, ты куда? Один в таком огромном бассейне. Ну вот так всегда, ребята. Все купаются, все довольны, а виноват во всем, как всегда, Макс. Я вам такой бассейн клевый нашел, они хоть бы спасибо сказали. Эх, такая пати-вечеринка пенная пропадает. Ну ладно, я тоже к ним в гигантский бассейн. Когда еще в таком огромном искупаюсь? А вы, друзья, ставьте лайки,
подписывайтесь на наш канал и смотрите новые интересные видео. Пока-пока!